Доброе утро, страна! Доброе утро, зарубежье! Сегодня с утра уже Борис проснулся с жуткой головной болью. Ухо стреляет неимоверно. Все-таки махнул на это рукой, пошел на рыбалку. В общем, вернулся с сильными болями. И опять... Ой, паутина прям в рот. И опять Алочка нас спасала. Ой, сейчас лежит, отсыпается. В общем, инфекция какая-то мерзопакостная ходит, поэтому очень осторожно следите за собой. И сейчас едем в Михнево, я еду в Москву, и Алла купит Борису лекарства и будет его лечить. Ну, а сейчас мы с вами пришли к черешне. Так как я еду в Москву, хочу угостить маму с тетей, привезти им своей собственной черешенки. Лестница стоит рядом. Ну вот сейчас, как говорится, полезем. Вроде бы... Ой, ведром зацепилась. Вроде бы все стоит крепко. Ой, мам дорогая. Как-то не очень уютно здесь. На верхотуре. Что-то и страшновато. Черешня уже созрела. Ой, господи, ягоды уже поклеванные, сильно так поклеванные. Да, что, отходит, что ли, уже? Сейчас попробую еще забраться. Ну, честно скажу, ребят, страшно очень. Вот так тут с высоты, когда птички объедают черешню. Я уже подумала, что зря я сюда залезла. Но нет, ягоды тут есть. Главное не рухнуть. Очень страшно на высоте. Ну вот, смотрите, видите, какие ягоды. Они уже поедены птицами. Ну ладно, сейчас хоть немножко, но наберу маме с тетей. Не рискнула я дальше собирать. Уж очень высоко. И там, в общем-то, все поедено птицами. Сейчас чуть-чуть наберу, чтобы только вот на пробу. Может, у кого есть опыт? Что надо делать, чтобы птиц так не объедали черешню? Она уже большая, на нее не набросишь лутросил. Диски у нас висят давно. Фу. Но диски особо от птиц как-то не помогают. Или просто нужно другие диски уже повесить. Эти выгорели, что ли? Вот они какие. Ну, вроде они блестят. Но не помогают. Поэтому решила не рисковать жизнью. Я еще нужна старшим девочкам. И туда так далеко наверх не лазить. Ну, мало набрала, конечно. Вот. И то некоторые треснутые. Вот видите, это просто уже треснуло. Сплошная облачность. Не видно, кто летит. Приготовила огромную банку. А что толку? Набрала-то всего ничего. Еще очень страшно. Можно... Ягоды потрескались и привлекают ос. И пару раз чуть было осу не взяла в руки. Страшно. Птицы не ели только те ягоды, где тонкие ветки. А так, где птица не может удержаться? Боюсь, как бы осу не схватить. Вот тоже ягоды готовятся треснуть. Вот. Жалко, ягод много, а привезти нечего. О, смотрите, видите какие. Такую же не повезешь, хочется же похвастаться. Мама, тетя, смотрите, какую мы черешню вырастили. А тут хвастаться, как говорится, нечем. Мы ее вырастили, а птицы ее съели. Ой, ладно. Так что вот так. Не, ну вся-вся, от и до. Единичные ягодки только какие-то. Вот, а эта треснутая. Это уже плохая. Ну вот, три ягоды, сейчас посмотрим. Главное, осу не взять. Ну, три ягоды, то
тоже треснутая одна, но, в общем-то, неплохие. Ладно, сколько набрала, столько набрала. Ягоды висят, но они все изъедены, я их все пересмотрела, я же на лестницу забиралась. Вон там еще большие ветки, туда птицы-то точно не заберутся. Может, туда залезть, ветку притянуть и собрать? Давайте попробуем. Страшно, но попробуем. Так, ну что, я добралась, а что толку? А что толку? Я не стала больше рисковать жизнью. Спустилась. Сейчас девочкам своим огурчиков наберу. Отвезу. Старшим. Ой, какие малюсенькие. Так, собрала. А давайте попробуем вишню дюка. Вишня, смесь черешней. О, она мягкая. Но вот попробовать невозможно. О, ребят, смотрите, как она интересно отделяется. О, смотрите. О, не будем говорить. Это вишня. А говорят, что дюк – это черешня, смесь с вишней. Бррр, кисло очень. Так, ну что, все, всего набрали чуть-чуть. А то ругаться будут. Что привезла, а что привезла. Нам пора уже, да? Все? Да. Ну ладно. Все, пошла собираться. Цветы не повезу, я их просто не довезу в электричке. Все, поехали собираться в Москву. К Свете так и не зашли. Вот. Аллочка ей скажет, что я была и уехала. Я уже приехала в Москву. Так. Вы сами во всем виноваты. Вы мне сказали, что мне нужны слепоны, да? Вот я за ними и пришла. О! Размер. Какой размер-то? 38. Мне кажется, они не будут велики. Ладно, сейчас посмотрим. Вот еще. О, вот эти хорошенькие. Очень даже ничего, правда? Так. Размер. Кожа. Размер какой? 36. Ну что, будем мерить. Ну что, очень даже ничего. Вот эти мне нравятся. И пятку держат, и с ноги не соскакивают. Вот эти нравятся. Теперь давайте примерим вот эти. Ну, мне кажется, они мне будут очень велики. Это большой размер. Я уже надела. Кажется, они велики.
Но эти нет однозначно. Они мне очень велики. Даже нога болтается. Так, верх натуральный, стелька натуральная. Хорошая обувь, но на ней немножко попахивает. В этих очень хорошо, но я чувствую, что они мне тоже великоваты. Это натуральная кожа, и они еще разносятся. И вообще тогда болтаться будут. Вот за это я переживаю. Вообще так хорошие. Очень хорошие, но 36 размер почему-то мне очень велик. Очень велик. Тоже натуральная кожа. Решила еще примерить 37 размер. Нет, 37 очень-очень велик. Прям вот совсем нога выскакивает. Видите? А так очень хорошие. Приподнятые и удобные. Тем более кожаные. Видите, как сразу раз и снимаются. Велики. Вот такие еще есть слепончики. Очень симпатичные. На картинке они выглядели хуже. Здесь они выглядят лучше. Это 37 размер. Сейчас померим. По ощущениям просто замечательный, очень удобный. Ну, теперь стоит выбор между этими и этими. Вот. Или эти, или эти. Сейчас буду примерять на одну ногу один, на вторую ногу другой. И тогда сделаем выбор. Кожаные и эти, поэтому будем выбирать. Так, здесь у нас размер 36, а здесь у нас размер 37. Маломерит. Так, нюхаем. Запах одинаковый. Эти больше похожи на кроссовки, дырочки побольше, резиночки там и там. Ну ладно, сейчас померим.
Я не могу определиться. Вот эти чуть посвободнее, а вот эти поуже. Но комфортные в тех и в других. Боюсь, что вот эти вот здесь потрескаются. Не знаю, почему мне так кажется. Но мне нравятся и те, и другие. Хотелось шорты на дачу. Но цена на тот день, когда я заказывала вот этих шортов Wildberries, 550 рублей. 54 размер. С карманами. Не знаю, сейчас померю, как они мне. Ну, в общем, как-то вот так смотрятся эти шорты. Для дачи пойдем. Мягкие, приятные, 550 рублей. Надо брать. Ну, это тоже женские шорты. То же самое, только размер меньше. Не знаю, мне кажется, они вот эти вот здесь тянут. Или наоборот резинку распустить. Тоже придумала. Хоть ноги загорят, а то хожу вечно с белыми ногами. На этом примерка закончилась. Возьму одни вот эти. 36 размер. Вот эти. И шорты возьму. Дорогие мои, приехала я с дачи. Решила попить чайку с мармеладками. Снимаю на телефон, потому что здесь более чувствительная камера. Так, смотрите, что получается. Берем мармеладку, и под мармеладкой след от мармеладки. Берем мармеладку, и под мармеладкой след от мармеладки. Что вообще произошло с упаковкой от этих мармеладок? Смотрите. Так, смотрим здесь. Смотрим здесь. Вы видите? Это что? Ребят, это почему? Я не понимаю. Можете мне объяснить? Вот от чего такое происходит? У меня сразу отпало все желание пить чай с этим мармеладом. Я просто боюсь. Ну, пожалуйста. Во, мармеладинка лежала, смотрите, вот она лежала, вот я ее беру. Ну, ребят, это что? Это вот как это называется? Это почему такое происходит? Объясните мне. А вот здесь мармеладок не было. Вот эта упаковка с мармеладками лежала в обычном шкафу, как у всех. Это как? Была в Москве жуткая жара. Вот где ничего не отпечаталось, это я успела съесть. А вот это как? Это почему? Как будто кто-то нагревал эту мармеладку до такой температуры, что все развалилось. Это как? Кто-нибудь с таким сталкивался, ребята? Блин, я в шоке.
Как такое? Как? Как такое возможно? Каким образом? Почему? Что в них тогда содержится, если вот это вот все происходит? Что мы едим? О, смотрите. Может быть, так и должно быть? О, это даже припечаталась упаковка. Упаковка вот эта припечаталась. Вот это да. Мамочка, это я приехала в Москву. Ой. И тут опять попаду под дождь, как на даче. Ой. Ой, сверкает все кругом. Ой. На камере потом посмотрю, что здесь такое творится. Вот это да. Чайку, конечно, с этими мармеладками я не успела попить. Мармеладки отправила в мусорное ведро. А там у нас, кстати, ничего. Ой. Ребят, я даже не успела увидеть молнию. Да. Я кроссовки постирала, как вы мне сказали, руками, при помощи старой зубной щетки. Ой, то у меня там соседи разговаривают. Ребят, страшно даже. Апокалипсис. Папа.